А сейчас хорошая новость для тверичан. В областную столицу вновь приезжает фермерская выставка-продажа «Особенности национальных вкусов». Все только лучшее и любимое, произведенное своими руками по старинным рецептам. От Абхазии до Камчатки можно будет купить в торговом центре «Рубин» с 28 февраля. Тверичане с нетерпением ждут приезда выставки-продажи, которая наполнена царством вкуса. С 28 февраля в переходе между ТЦ «Рубин-1» и «Рубин-2» будет вновь представлен весь колорит абхазской кухни. Для гурманов это настоящий гастрономический восторг. Здесь будут собраны тысячи оттенков вкусов, ароматные краснодарские чаи, изысканные мясные деликатесы. Все продукты изготавливают по старинным национальным рецептам. Фермеры привезут огромную палитру соусов и специй, порядка 40 видов ароматных приправ, абхазскую аджику, сванскую соль, куркуму, хмели, сунели, душистый шафран. Здесь же можно будет купить легенду абхазского сыроделия, сулугуни и еще десятки сортов сыра из коровьего и козьего молока. А с побережья Камчатки в Тверь привезут дары моря, икру и несколько сортов рыбы – семгу, белугу, корюшку, палтус и белорыбицу. Любители сладкого тоже не смогут остаться равнодушными. Халва, пастила, разнообразные вяленые сухофрукты – абсолютно все можно продегустировать. Выставка-продажа откроется 28 февраля в переходе между ТЦ «Рубин-1» и «Рубин-2».